невозможно развесить ни одежду. Пришли к вам гости, я не знаю, раньше, когда были детские дни рождения у меня, например, дома, детскую использовали как гардеробную. Ой, да, сваливали на кровать, всю одежду. Теперь, когда появляется система хранения, очень удобная, очень комфортная, компактная, вы забываете обо всех вообще сложностях, связанных с хранением. 1990 рублей цена, выгода сегодня 1000 рублей, номер лота 17152. Итак, Александра. Итак, приступим к рассмотрению данной системы хранения. Вообще, мне кажется, это очень острая проблема, потому что у нас с вами, у многих, малогабаритные квартиры, и очень сложно найти что-то, чтобы удобно было хранить вещи. И это не обязательно должны быть вещи вашего гардероба. Элементарно, бывают какие-то бытовые сложности. Мы их решаем легко и просто. Ну и плюс ко всему, мне нравится, что это не какой-то здоровенный шкаф-купе, который нужно заказывать, который нужно, я не знаю, собирать как-то, вызывать каких-то мастеров. Самостоятельно, легко и просто мы собираем этот шкафчик, и он служит нам верой и правдой. Вот особенно это актуально, опять же, для малогабаритных квартир или для людей, которые живут в съемных квартирах. Да. Ты вот об этом говорила, да, я так понимаю? Ты говорила про общежитие, говорила? Нет, про общежитие не говорила. А вот, пожалуйста, для студентов, которые живут в общежитиях, здесь же тоже очень правильно, грамотно, вернее, нужно подойти к выбору мебели. Не будете же туда покупать дорогостоящие шкафы или системы хранения. У нас есть уникальное предложение. Во-первых, дизайн фантастический. Ой, ну дизайн вообще просто выше всяческих похвал. Самые важные мировые достопримечательности у нас здесь отображены, потому что у нас сегодня должно быть две расцветки. Это Нью-Йорк и Лондон. Да. Пожалуйста, уточняйте наличие расцветок и принтов в нашем колл-центре. Сейчас смотрим, что действительно на вот такой вот тканой основе нанесен тот самый принт. Очень реалистично. Опять использована фотопечать. Притом мне нравится, что те самые, так скажем, замочки, они скрыты, они незаметны. Mm-hmm. И, в принципе, визуально этот шкаф воспринимается как нечто декоративное, дополняющее ваш интерьер. Как это действительно панно такое, здорово. Да? Как картина настоящая. Действительно, при этом опять очень удобно, у нас грамотно расположены все отсеки. Да, вот здесь молнии, которые проходят по раз, два, три, четырем линиям, получается, у нас. Как двери, да, действительно, в настоящих профессиональных системах хранения. Ну и давайте теперь раскроем все тайны и покажем, как мы навели порядок сегодня в нашей студии. Притом, мы начнем даже вот так делать. Давай. Смотри, открываем как, да, мы открываем вот таким вот образом. Здесь мы можем, кстати, вот зафиксировать на липучке. Так. Да. То есть дверка у нас фиксируется. Mm-hmm. Вы легко и просто это можете сделать. Это удобно. Плюс ко всему, естественно, мы заглядываем. Вот они. Видите? Хоп. Подобрали и оставили открытым, например, как так, вариант. Интересно, вот хорошо. Такой вот шторный жалюзи вариант, да? Mm-hmm. Далее мы видим полки, их у нас также огромное количество. Полки собираются очень легко и просто. Это опять вот такой вот нетканый материал, который на трубки вот такие металлические надеваются, фиксируется все это при помощи вот таких вот пластиковых крестовин. Так. Собрать может даже ребенок, можешь представить? Ну мы вот видели, да, хрупкая девушка без особой подготовки у нас на видео собрала этот шкаф буквально за несколько минут. Абсолютно 5-10 минут. Вот мы опять же видим эту картину, наблюдаем сейчас. Вот в те самые полые трубки, которые практически ничего не весят, но вместе легкие. С тем не ржавеют, я так понимаю, и не окисляются. Абсолютно верно. В данном случае это металл, который является, противостоит, так скажем, коррозии и ржавчине какой-то. У нас трубки действительно полые, поэтому они абсолютно ничего не весят. И, в принципе, вы легко и просто эту систему хранения можете переставить из комнаты в комнату, отнести куда-то. И использовать можно в любом вообще, в любой комнате, опять-таки, может быть, в кладовке, может быть, в своей спальне, это совершенно не важно. Вот смотрите, что помещается в нашей полочке. У нас раз, два, три, четыре, пять полок. Так. Мы здесь можем расположить все, что нам нужно. Опять-таки, обувь в коробках, которую вечно не знаешь, где хранить. Может быть, это какие-то сезонные вещи, типа курток. Вот сейчас весна придет, куртки куда убирать. Не нужно сдавать куда-то, да, на хранение их. Не нужно переживать, что пыль на них накопится. Мы защищаем от пыли, потому что наша система хранения, она складная. И вот, собственно, из ткани выполнена. К обуви, да, если переходить, как раз рекомендуют, я-то знаю, я специалист по обуви, я знаю, что именно правильно хранить нужно в коробках, чтобы обувь дольше служила, чтобы она не сминалась, но зачастую вот именно коробки некуда убрать просто-напросто. А теперь, когда у вас есть вот такие деления, у вас есть вот такие отсеки для хранения, вы можете и в коробках хранить обувь, вы можете сезонные действительно вещи хранить, даже самые тяжелые, это шубы, это пальто, это зимние куртки, да и вот знаешь, мы еще так не потрудились, вот, возможно, еще успеем в следующем эфире показать, что сюда помещается
помещается гораздо, гораздо больше. Больше, мы, абсолютно. Мы только это на мы так, четверть на скидочку накидали, знаете ли, на быструю руку. Здесь действительно потрясающий размер. 87 на 43 на 158 сантиметров, если так говорить. В принципе, действительно, сюда можно вместить гораздо, гораздо больше. На самом деле, если вдруг у кого-то есть загородные номы, там, в принципе, например, большая ванна, да. Я бы, например, даже в ванной комнате, чтобы там какие-то стиральные порошочки, полотенчики, кстати, тоже в ванной можно да, использовать. Да, или в бане, да, например, за да, городом. А я бы еще рекомендовал навести порядок на балконе, потому что отличная тоже мысль будет. Вот насколько захламлены у вас балконы, вы прекрасно знаете. И знакомы с этим так же, как и я, у меня там чего только не хранится. А когда мы выбираем систему хранения сегодня по новой цене, мы можем от этих проблем избавиться. Итак, новая цена сегодня, цена нашего прямого эфира, всего лишь 1990 рублей. Вот сравните, опять же, сколько будет стоить система хранения, шкаф-купе или просто гардеробная в магазине. Mm-hmm. И удивитесь нашей доступной цене 1990 рублей. При этом мы скинули цену на 1000, да, то есть 1000 рублей вы сегодня очень просто экономите вместе с нами. Притом, ты знаешь, экономите и пространство. Вот у меня такая же проблема, как у тебя, балкон просто захламлен. И я стала интересоваться вот такой вот переносной складной системой хранения. Но даже в сетевых магазинах или в интернет-магазинах я, к сожалению, нашла подобное предложение от 3500 рублей. То есть у нас действительно намного выгоднее. Не забывайте, что у нас здесь огромное количество полок, фиксируется вот по принципу жалюзи наша дверка. Огромное количество молний, значит, расстегнуть можете вы именно тот отсек, который нужен, нужно использовать вам в данный момент. Ну и яркий принт, который впишется в любой интерьер. Отличное решение, присмотритесь. 17152 номер нашего предложения. Очень-очень вкусное предложение, очень грамотное предложение. Умная система хранения за 1990 рублей. Разместите сюда все ваши ненужные или нужные вещи. Наведите порядок на балконе, порядок в детской, в ванной, на даче. Все это с помощью нашей системы хранения. Сегодня с выгодой 1000 рублей. 17152 номер нашего предложения Александра.